Друзья, прочитали в интернете информацию про подкормку для кур из еловой муки. Раньше об этом, честно говоря, вообще не знали, не слышали, не видели. Хочу с вами поделиться способом, как эту муку заготавливаем мы. Это буквально вот второй раз у нас. И послушать вас в комментариях, может быть, есть какой-то, ну, более правильный способ заготовки, более правильный способ скармливания. Мы ее добавляем в мешанку и просто раскладываем в зоне выгула, и, соответственно, курочки подходят, ее едят. Вообще, у еловой муки есть норма потребления. Где-то 2 грамма на особь в сутки. Но мне кажется, наши едят побольше. Правда, пока мы никакого эффекта не почувствовали, поскольку вот только-только прочитали, только-только буквально начали ее делать. Поэтому, друзья мои, очень буду рад, если вы поделитесь в комментариях тем, как вы это делаете, заготавливаете, скармливаете, в какое время. Вот сейчас, кстати, март, в интернете написано практически во всех статьях, что именно вот примерно с ноября по март еловая мука, она наиболее обогащена витаминами. Ну, посмотрим. Наш штатный измельчитель, он состоит из кастрюльки старой и болгарки со 125 диском. Обязательно оставлю в описании ссылку, как мы сделали этот чудо-аппарат. Ничего сложного. Так, что касается еловой муки. Вот таким образом елку нарезаем в кастрюльку. Прямо с веточками можно. И сейчас мы будем это все дело молоть. Толстые ветки не перевариваются, шишки тоже не перевариваются, уже пробовали. А вот такие веточки легко. Так, включаем. Получается вот такая мешанина, вот такая мука. Которую мы добавляем в корм и просто оставляем в зоне выгула. А, мешанку еще добавляем, дрожжеванную. И в зоне выгула, в специальной кормушке, они тоже могут периодически ее подъедать. Затем в эту муку мы сыпем зерно, комбикорм. Вот таким образом все это перемешиваем. И, соответственно, выкладываем в кормушку в зоне выгула. Естественно, куры будут зернышки оттуда выклевывать. Ну и заодно вот эта мука еловая будет попадать внутрь курочки. Как делается мешанка с этой мукой, тоже покажу. Так, друзья, у нас уже утро, готов дрожжеванный комбикорм. Как дрожжевать комбикорм, обязательно оставлю ссылку в описании к материалу. Вот он, тут же витаминки, морковка, лучок, вот креветочки от вчерашнего ужина. И, соответственно, мы добавляем прямо туда вот эту муку, еловую муку. Она уже подсохла за ночь, хотя температура минус 5, но все равно все нормально. И вот таким образом мы ее туда уминаем, перемешиваем все это дело. И 100% она попадет к нашим курочкам. Ну,
Вот так. Морковка. Сейчас мы это все дело подвесим. Ведро мы подвешиваем, чтобы они его не опрокинули. И будет все очень вкусно. Вот так. Джин с тоником для кур. Вот так. Все, идем подвешивать. Так. Кур-кур-кур-кур-кур-кур. Кур-кур-кур-кур-кур-кур-кур-кур. Кур-к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 ур